Добрый вечер. Приветствую вас и поздравляю со всеми праздничными праздниками, с Новым годом, с Рождеством и со всеми остальными. Музыканты, говорят, что они присоединяются. Хочу напомнить еще раз, что сегодняшний концерт выходит по системе Pay What You Want, то есть вход на концерт бесплатный, но если вы хотите как-то поощрить музыкантов, если вам понравится концерт, то при выходе есть гитарный чехол, который ждет вашей благодарности. Вопреки бытующему мнению, не все музыканты тратят все свои деньги на запись альбомов и наркотики. Некоторые из них также ходят в магазины. Вот. У некоторых, я даже слышал, есть машины. Вот, поэтому, если вам понравится концерт, то мы будем очень рады. Вот, еще у нас есть голосовый чехол еще. Побольше. А теперь хочу представить музыкантов, которые сегодня со мной играют. Это очень хорошие музыканты. Очень хорошие. Мне даже страшно сильно на сессии стоять. Это Алексей Иванников, фортепиано, клавиши. Вот сейчас стучит Александр Машин. И чинит контрабас Макар Малюк. Следующая композиция, которую мы сыграем, первая композиция была Miles Holmes, это Miles Davis. Вторая композиция называется «Таинственный римшот». Для справки, римшот — это не имя, это удар палочкой по... Правильно? Удар палочкой по лодке. Да, thank you.
Thank you.
типа, следующая песня, которую мы сыграем, будет баллада. То есть, надо чуть отдохнуть уже. Сложную музыку. Вот. И мы сыграем балладу, которая так называется, баллада.
Спасибо. Спасибо. Подходит к концу первое деление. И в конце первого деления мы сыграем вальс. Гринко написал вальс «Фантазию». Кирилл Слиз написал «Метисту вальс». Билл Эванс написал вальс «The Baby». Некоторые мои коллеги написали такие вальсы, как «Для Оли». И «Босанова» «For You» для тебя. Я долго думал, как называть свой вальс. И для того, чтобы соблюдать конспирацию и не ставить никого в неловкое положение, он будет называться «Вальс для...» Не «Вальс дня», а «Вальс для...» То есть дальше можно ставить любое слово.
Спасибо. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Здравствуйте. Еще раз. Мы начинаем второй отделение. Сейчас музыканты занимают свои позиции. Нет, один ушел, он не выделяется. Опять же. Сейчас мы сыграем вам блюз. Вначале может быть понятно, что это блюз. Потом будет понятно. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Дальше, следующая наша композиция. Это баллада «Ты Лунис Морфа». Да, вот мне подсказывают баллад. Дело в том, что она будет играть в аранжировке с измененной гармонией, с измененной аккордами. Я ее поменял не потому, что мне не нравится оригинальная гармония «Ты Лунис Морфа». Но просто мне хотелось показать, как много заложено в этой мелодии, что она может быть освещена по-разному. Поэтому сейчас послушайте, что получилось за эту песню. Thank you.
Спасибо, спасибо. И, наконец, наша последняя композиция. Еще раз хочу
сказать, что всех очень рад сегодня видеть. Напоминаю про то, что за дверью находится гитарный чехол, который вы можете свою благодарность проявлять. И еще раз хочу представить замечательных, хороших музыкантов. Отличных. Да. Не хороших, а отличных. И замечательных. Алексей Ванников. Александр Маши. Макар Новик.
Спасибо. Ходите еще.